Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. В этом видео у меня будет обзор моего заказа по 18-му каталогу компании Faberlic. Это первый заказ, и здесь товары, которые я приобрела в качестве подарков к Новому году для своих знакомых, близких, для клиентов и так далее. В общем, сейчас я вам покажу, что же я купила. А обзор новинок 18-го каталога я уже проводила. Вы можете пройти по ссылочке сверху и посмотреть, что же компания в 18-м каталоге из новинок для нас приготовила и что можно использовать также в качестве подарков. Сегодня речь пойдет о недорогих подарках, чисто символических, но в то же время очень приятных и полезных. И компания сама уже для нас сформировала такие подарки в виде наборов. Просто положите эти наборы в корзину и сделайте заказ. И вот у меня в моем заказе тоже есть такие наборы. Во всяком случае, в серии «Зима» два таких набора по цене 299 рублей за набор. В наборе три разных средства. И это цена каталога. Для консультантов, для тех, кто зарегистрирован в компании Faberlic, это на 20-26% дешевле. Это действительно выгодно. Давайте я вам сейчас покажу, что же это за наборы. Первый набор средств по уходу за волосами. И здесь три средства. Первое это шампунь. Вот так. Дальше бальзам для волос и маска для волос. Они идут для всех типов волос с питательными компонентами. И действительно это вот ультрапитательный шампунь, ультрапитательный кондиционер, точнее бальзам и ультрапитательная маска. То есть они подойдут абсолютно любому человеку для всех типов волос и зимний уход за волосами. Итак, шампунь 0960, бальзам 0961 и маска 0962. Артикулы, сразу три артикула забиваете в корзину и цена пересчитывается. Идут они, как видите, без упаковки, но упаковку можно же всегда приготовить свою. И в компании есть варианты такой упаковки, например, симпатичные пакетики. Вот такой пакетик или вот несколько вот таких пакетиков в разных вариантах. Да? Пакетики я приобретала уже в предыдущем заказе, просто вам сейчас демонстрирую. Демонстрирую, что есть разные пакетики от самых маленьких до вот таких средних, есть универсальные, есть вот такой пакетик, который, наверное, больше для мужчины подойдет. Вот с овечкой есть такой пакетик, у нас даже целая серия Love есть на эту тему, можно купить эту серию и запаковать сразу фирменный пакетик, это тоже будет очень такой классный подарок. Можно оформить набор в специальной коробочке, сейчас это очень модно, когда коробка набивается такой стружкой из фольги или из какой-то цветной бумаги, и в эту стружку, красиво вот так все оформлено, вы помещаете данные наборы и завязываете красивой ленточкой, упаковываете. Это тоже такой очень приятный вариант подарка. Еще я купила вот такой набор, это уже по уходу за кожей рук, за лицом. И вот бальзам для губ входит в этот набор, тоже набор «Зима». Вот видите, очень такой приятный вариант подарка. Крем для рук, артикул его 0935, для лица 0936 и артикул бальзама для губ 0937. Также все три артикула забиваете в корзину, и система автоматически вам делает перерасчет. Они будут идти в наборе 299 рублей в ценах каталога. Для консультанта на 20-26% дешевле. Вот такой вариант. Еще есть варианты парфюмерных наборов. Я две штучки таких наборов купила. И сейчас они действительно тоже по очень выгодной цене. Стоят 249 рублей. Вот такая парфюмерная водичка в мини-версии Beauty Cafe Caprice и такой же парфюмированный гель для душа. Артикул этой водички 3052, а артикул геля 8410. Также вместе кладете два вот таких товара в корзину, и они перерасчитываются по цене 249 рублей.
по каталогу для вас на 20-26% дешевле. И это очень выгодно на самом деле. И такой вариант, мне кажется, вот эта водичка, она очень многим подойдет. Такой приятный свежецветочный аромат. Мне вот лично он нравится. Конечно, он немножечко сладковатый. Но если вы знаете предпочтение того человека, которому вы будете делать этот подарок в предпочтение в ароматах, то вы с большой долей вероятности можете угадать и попасть в нужную точку с этим подарком. Так, еще у меня в заказе по два разных геля для душа. Их всего у нас 4 модификации. Сейчас я вам попробую. Это повторяется. Вот так. И вот так. Вот 4 разных геля для душа. И их я скомпоную вместе с мылом. Вот видите. Сейчас давайте по отдельности, потому что обхватить необъятное я не могу. Ну вот давайте так буду показывать. Вот таких я купила 2. Это у нас гель для душа «Зимние ягоды» и артикул 2616. Также вот таких зелененьких, это яблоко и корица, артикул 2617. Видите, это уже праздничная прям тематика новогодняя. Очень приятно пахнут все гели для душа. Так, вот этот новогодняя выпечка, тоже очень приятно пахнет выпечкой, 2619, 2, и еще 2, это мандаринка, мандариновый микс называется, 2618. Видите, такие очень-очень приятные наборчики, и смотрите, как их можно скомпоновать. Я уже покупала мыло и проводила обзор, вам демонстрировала, вот, например, такое мыло-варежка. Посмотрите, как оно выглядит. Очень приятно пахнет. Вот видите, очень такой классный орнамент. И вообще, все мыло в орнаментах. Не только это. Вот с этим мыльцем, пожалуйста, положили в подарок и скомпоновали. Или, например, вот такое зелененькое мыльце у нас есть. Тоже новогодняя прям тематика. Шу-шу. Ну, никуда не денешься. Видите, елочка. Тоже очень приятно пахнет. И, пожалуйста, скомпоновали вот с таким вариантом подарка. Упаковать можно это все в пакетик. Сейчас давайте еще вам покажу, как может это дело выглядеть. Например, берем вот такой пакетик небольшой. И в него все это дело вот раз прекрасно помещается. И сюда же я кладу мыльце. И все. Вот, пожалуйста, вариант подарка. Классно же. Вообще без головной боли. Вообще. Вот, так что мыло у меня есть, я запаслась. А гели для душа еще подкупила. У меня там было на пробу 4 штуки. И вот я еще купила 8. 2 я уже раздарила. В общем, в итоге у меня 10 штук мыла есть и 10 штук вот таких гели для душа. Гель для душа стоит 89 рублей в ценах каталога. Опять же, для тех, кто зарегистрирован, на 20-26% дешевле. То есть и мыло 59 рублей в ценах каталога. Вот где-то в пределах 100 рублей вы можете вот такой чисто символический, очень приятный и в то же время нужный подарок в деле всегда сгодится. И гель для душа, и мыло для рук. И тем более, что они очень приятно пахнут. Так, и еще можно запаковать вот в такие пакетики есть у нас. Кстати говоря, появились новиночки, я прям себе сейчас заказала. Смотрите, вот такие маленькие пакетики у нас появились. Артикул этого пакетика 78-0-116. Ну, аналог, наверное, вот этого маленького. Это S-очка, и вот этот пакетик тоже S-очка. Хотя вот этот чуточку даже может как и больше, кажется, да, пошире. Вот, еще вот такие, я их купила, кстати говоря, видите, штук 30, наверное. Еще вот такие пакетики побольше, уже, ну, может быть, для подарка побольше, или просто вот клиентам можно упаковывать заказики. Артикул 780117 у этого пакета. И вот большие у нас пакеты появились. Прям вот такие, смотрите, какие красивенькие.
Стандартные, не самый большой, есть еще больше, я просто не стала заказывать, я как-то этими пакетами большими очень редко пользуюсь. 78-01-19 артикул, посмотрите, тоже очень нарядная. Пожалуйста, хотите вот в такой пакетик запакуйте, хотите более праздничный, хотите в коробку, можно сделать свой вариант вот такой упаковки. Так, что еще у меня в заказе? Я заказала 3 парфюмерные водички. Это все со скидками, с очень хорошими скидками. Pacific, это мужской парфюм, свежая такая водичка. Артикул 32-48 данной водички. Морской такой аромат и с древесным небольшим аккордом, но в целом свежий аромат. Бамбу 30-55, это женский парфюм. Тоже он у нас, или я использовала скидку 70%, сейчас, честно говоря, уже не помню, то ли в каталоге он у нас с хорошей скидкой идет. И фаворит. Фаворит, вот, по-моему, сейчас в каталоге идет с хорошей скидкой. Мужской парфюм, свежий, цитрусовый такой аромат, 32-34. Тоже купила на подарки, потому что есть мужчины и близкие люди есть, мужчина, которым можно такой подарок сделать. И вот женский парфюм тоже на подарок. Так, что еще? 2 масочки тоже купила на подарок. Одна маска 04-61, это с коллагеном укрепляющая масочка. И антигравитация с пептидами 04-62, вот эта вот масочка. Тоже на подарок вместе с чем-то скомпоновать такой консолидированный подарок можно, да? Так, еще чисто для себя, для пользования, не в подарок, я купила стиральный порошок, потому что посмотрела, у меня стиральный порошок уже начал заканчиваться. Артикул 320, последнюю упаковочку я поставила в пользование, а в запасе ничего не осталось. И вообще, девочки мои дорогие, в следующем 19-м каталоге порошок вот этот будет 329 рублей. Обратите внимание, сейчас его выгодно заказать. В этом 18-м каталоге я еще буду заказывать, потому что в следующем каталоге у нас будут новинки из серии Home Gnome Greenly. И они там пойдут с хорошими скидками и... Там выгодно приобретать эти товары, а вот стиральный порошок, сейчас найду вам, он будет у нас стоить 329 рублей, видите? Я уже обратила на это внимание, думаю, нет-нет-нет, нужно срочно будет покупать в этом каталоге, потому что это выгодно. Вот у нас появляются новинки из серии Home Gnome Greenly. Ну, тоже буду покупать, буду тестировать, обо всем вам чуточку позже расскажу, вот... Биогель для унитаза появляется, это, по-моему, универсальный у нас, многофункциональный. А, это многофункциональный для очищения туалета биогель, и это концентрированное биосредство, универсальное тоже. Ну, у нас, по сути, аналоги есть в серии Дом уже такие, да, а это вот именно с биоэффектом и для жесткой воды. Так, и вот еще у нас... Эти средства уже были. В общем, девочки, на новинки будет отдельный обзор. Сейчас это не входит в тему данного видео. Что еще я купила? Сейчас выгодно приобретать кисти для макияжа. Я еще 2 купила. У меня их много, но мне их не хватает, потому что для... каждого цвета тени должна быть своя кисточка, это удобнее в использовании. Я купила еще 2 кисти. Одна вот такая пушистая для растушевки тени. Артикул кисточки, так, сейчас, 111.06. При покупке 2 кистей каждая будет стоить, сейчас уже не помню, по-моему, 99, что ли, рублей в ценах каталога. Вот такая пушистая кисточка. Очень хорошо растушевывать вот здесь вот под бровкой тени. Очень удобно. Это для растушевки. А еще одна поменьше, вот эта кисточка, артикул, так... 111.05, по-моему, так, сейчас я увижу, вот так сделаем, да, 111.05, и она поменьше, вот такая вот,
Давайте их сравним вместе. Вот первая была вот такая пушистенькая побольше, а вот эта поменьше. И этой вот кисточкой, которая поменьше, я наношу тени вот сюда, на подвижное веко, вот чуточку выше. Ей удобно здесь работать. В общем, вот еще две кисточки купила. Это тоже для личного пользования. И еще для себя и для всей семьи я купила протеиновые батончики, и не только протеиновые, и еще фруктовые. Потому что протеиновые у меня только две штуки осталось. И я купила еще по два с шоколадом, два с вишней и миндалем, по-моему, так он идет, и два с кокосом. Но это вот одни из самых любимых вкусов. Сейчас я вам давайте назову артикулы. Шоколадный батончик. Артикул его 15645. Вот этот вишни, артикул этого батончика 15648, и артикул кокосового батончика 15646. Вот так. В общем, 6 штук таких протеиновых батончиков. И еще купила фруктовые батончики. Они идут вот в такой упаковке, в упаковке по 3 штуки, да. Вот я вынула один, в общем, 3 вот таких упаковки по 3 штуки, а вкусы я вам сейчас скажу, какие. Я по одному из каждой упаковки вытащила, чтобы особо не шуршать. Так, значит, какие же купила я вкусы? Шоколад, фундук, гуарана. Первый раз купила такой батончик, раньше не пробовала. Вот именно взяла на пробу 16038 артикул этого батончика. Еще один батончик, это кокос кешью, кэроб, амарант. Знаете, такой я тоже не покупала, на пробу взяла. Это 16040. И еще один миндаль, клюква, хиноцея. О, девочки, вот этот миндаль, клюква и хиноцея мне очень понравился. Он прям полный улет. Вот я еще купила упаковочку 16042. Очень мне понравился, прям очень много там миндаля, очень много орехов. Он такой вот толстенький. Тоже в каком-то из обзоров я вам о нем говорила. В общем, если у вас возникнут вопросы по этим батончикам, по вкусам, по составу, по консистенции, вы пишите в комментариях. Я обязательно обязуюсь, что я попробую их. Ну, не могу я такое количество батончиков съедать. Я и так в последнее время их столько много купила, и все из новинок, и столько много уже съела, что пора остановиться. Это же тоже продукт калорийный, хоть он и полезный, но обязательно я вот эти два вкуса, которые еще не попробовала, обязательно попробую, и тогда смогу вам рассказать о своих впечатлениях, понравились или не понравились, и если понравились, то какие, или не понравились, то какие, да. Так, ну и еще, конечно же, я получила каталоги следующего периода, 19-го, вот так у нас выглядит каталог. Здесь будет много новинок из серии «Дом», вот как раз из линейки «Home Gnome Greenly». Я, как обычно, начала листать, у нас же с начала все эти новинки бывают. Смотрю, новинок нет. Я, господи, что это у нас в каталоге новинок нет? Прям как-то непривычно. Думаю, ну что я буду заказывать, что я буду заказывать? И тут я открываю. Во-первых, у нас появляются новинки из серии Нечаев Family Club. Вот такой шоколад на меду. Думаю, ну это я точно буду заказывать, да? Вот, потом у нас есть еще новиночки, которые я не попробовала, тоже из этой серии. Здесь, сейчас скажу, что песто с томатом и овощами, полба со шпинатом и шамбалой, и кускус с овощами и шпинатом. Вот еще у нас новинки появляются. И самое-то главное, девочки, знаете, у нас что будет? Во-первых, вот это средство Injelax, которое слабое, слабительное, это мне точно нужно. А еще я вам хотела сказать, когда я открыла серию «Дом», думаю, боже мой, а я печалилась, чайники, один вот такой вот непрозрачный, из нержавеющей стали, второй вот такой вот стеклянный чайник. Дальше, это
то, что вот из серии «Дом», из новинок. И еще много новинок, я вам уже открывала эти странички, из серии «Home Gnome Greenly». Вот, думаю, ну слава тебе, Господи, компания в очередной раз порадовала, не расстроила, не разочаровала. Вот опять огромное количество новинок, так что будет что нам заказывать и интересные новиночки. А вообще, также очень интересное предложение вот этого каталога для новичков. Вы можете получить в подарок вот такой вибромассажер с розовым кварцем, с натуральным камнем, который оказывает омолаживающее действие на кожу лица, продлить свою молодость, красоту, всегда очень свежо выглядеть с помощью вот этого устройства, и получить этот вибромассажер в подарок всего лишь за 1 рубль после регистрации и оформив и оплатив заказ на 1699 рублей в ценах каталога, а для вас это еще на 20% дешевле. Для того, чтобы зарегистрироваться в компании, специально под данным видео я оставила ссылку в первом прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Проходите по этой ссылке, оформите коротенькую регистрацию, как это происходит в обычном интернет-магазине, никакие паспортные данные не нужны. После этого я с вами свяжусь и, конечно же, стану вашим информационным помощником и расскажу о всех акциях, в которых вы можете принять участие, а у нас их очень и очень много. И вот это вот самое первое из них, которое создана специально для новичков. Стоимость этого массажера в ценах каталога 1499 рублей, а вы можете получить его в подарок всего лишь за 1 рубль. Вот такие у нас есть шикарные предложения для вновь зарегистрированных пользователей. А у меня на этом все. Если видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк под данным видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. А я говорю вам всем пока, до новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.